Ора Кэрью, американская актриса эпохи немого кино. В период между 1915 и 1925 годами снялась в нескольких фильмах перед тем, как покинуть киноиндустрию. Также была известна как одна из участниц Sennett Beth & Beauties. Ора Уайтек родилась 13 апреля 1893 года в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в семье Джеймса Лероя и Эвелин Гарн Уайтек. Получила образование в Роланд-Холл-Семинаре. После смерти своего отца 19 июня 1896 года Эвелин вместе со своими детьми переехала в Калифорнию. Карьера Оры началась с выступлений в различных водевилях, мюзиклах и театральных постановках. Наиболее известными фильмами с ее участием являются «Идем на запад, молодой человек», «Слишком много миллионов», «Любимое протеже», «Добыча» и «Под подозрением». Последние три фильма были сняты на Universal. Имела рост 5 футов и 3 дюйма, 160 сантиметров. Весила 120 фунтов, 54 килограмма. Имела каштановые волосы и карие глаза. 15 июня 1908 года вышла замуж за Гарри Гранта в Эль-Пасо, штат Техас. От этого брака 20 сентября 1909 года у нее родилась дочь Лотус Грант, которая умерла 25 июня 2007 года в Шерман-Оукс, штат Калифорния. На момент рождения Лотус Оре было 18 лет. После развода с Грантом в 1920 году Ора в декабре 1922 вышла замуж за Джона Ховарда в Голливуде и развелась с ним в 1924. Ее брат Грант Уайтек, на год младше ее, и скончался в 1981, был редактором фильмов. Скончалась 26 октября 1955 года.